Ведьма Клера нанесла новый удар. Ты же куда? Горожане, обратите трепещущие сердца к доброй книге. Когда княгиня не смеется, шутки кончились. Какую краску вы? Ладно. Цены по эту сторону. И снова здравствуй. Покажи-ка мне. Мне пора. Еще увидимся.
Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от Зимы. Как тебя зовут? Драться умеешь? Геральт, умею. Тогда давай на ристалище. Я готов. Давай уже драться. Добрые люди! Рыбожор наконец-то нашел себе противника! Здесь и сейчас, на этой земле, он будет драться с Геральтом по прозванию Молот! Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь, дайте мне выиграть. Я не поддамся. Если хочешь выиграть, придется меня победить. Неплохо. Теперь можешь попытать счастье с юношем или с кузнецом из корчмы на распутье. Чесотка. Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Хочешь поучаствовать в турнире? У нас честный, кулачный бой. Предупреждаю, юнош мужик злобный, любит кусаться. Так как? Какие правила? Мы обычно деремся на кулаках, но если пнешь по яйцам, никто слова не скажет. Если победишь юноша, а еще кузнеца и стаха-рыбожора, то сможешь выйти против сержанта. Чемпиона Велена! Ну, поглядим, какой он злой. Тогда, сейчас мы увидим бой между юношем и путешественником! Скоро будет новый чемпион!
Тебе бы еще с кузнецом подраться. Что-то тут... Гардской падалью смердит. Шахлопоты еще? Они сами тебя найдут. Ясно? Ты когда-нибудь корову с деревьев жрал? Я поручу, не будешь такой заносчивой. Победителя ждет награда! Ты, похоже, отчаянный забияка. Такой на турнире бы пригодился. Да и тебе сплошная выгода. Вот заработаешь и кулаками помашешь. И как? Я готов драться. Люди! Через минуту начнется мордобой! Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа! Иди, иди сюда! Первым. Если хочешь побороться с чемпионом этого года, то поезжай во Вродицы и спроси сержанта. Ой. А помните, раньше-то едва зайдешь в чащу, а там шумно и людно, как на ярмарке. Тут он проучит, не будешь такой заносчивым. Дегтярщики, смольники, грибники, девчушки больным бабушкам. Если вы меня прозвали... Скажу! Все подкрасы спрятаны! Вы не из Борозовых? Видите, Ваквак всех родим! Может, он и тебя задаст, Джан? Я готов! А! Глядите, кто у нас тут! Барона уже нет, а дело все крутится. Теперь-то людей едва ли не больше. Начнем. Ну, давай, подходи. Схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена.
Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Бедное рыло людей не бесит? Ты же драться будешь? Расскажешь побольше об этих боях? В Новиграде, на островах Скеллиге и на землях Велена организуют поединок. В каждом месте свой чемпион. Однако, чтобы бороться с чемпионом, надо сначала победить других противников. Тот, кто победит чемпионов Новиграда, Скеллиге и Велена, получит почетный титул чемпиона чемпионов. Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион Арчибальд Лейл выйдет против Геральта! Начали! Столица мира опускает таких голодранцев. Ну, сколько мне еще ждать? Дамы и господа, у нас новый чемпион, который только что сверг с трона Арчибальда Унейла. Браво, Геральт! Это был прекрасный бой! И с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Теперь ты можешь бороться с одним из двух чемпионов на выбор. С Капром или с капитаном Мортимером из Храмовой Стражи. Держи награду. Ясно, как вечный огонь. Ну и заварил ты кашу в этом самом Локнуине. Как пить дать, чертова нет. Просмотр денег. Эй, красавчик. И делай шаг на кладку. Мастер Кройверх приветствует претендента! Геральт приветствует мастера Кройверха. Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Можно подраться и с этим вашим Георгом. Внимание, внимание! Вот этот ведьмак выйдет на ресталище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, называемого также Капром! А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Поговорим о деньгах.
Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, что тебе говорят. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Сколько я получу, если сдам бой? Больше, чем если бы ты его выиграл. Поцелуй меня в жопу, мастер Кройвер. Ты об этом пожалеешь. А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копер. Пусть победит сильнейший. Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт! Вот твоя награда! Есть еще Мортимер, капитан стражи. У него пост у Оксенфуртских ворот. Случилось с этим целителем. Я шел себе, говорил по своим делам. Не откладывай на завтра! Машиница! Помоги, убогу! Еще... Как тебя зовут? Неважно, откуда ты родом. Важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Кто устраивает эти бои? Здесь, на Скеллиге и Велине, турниры проходят с давних пор. В каждом из этих краев свой чемпион. Чемпион Новиграда Портной. Ты его еще встретишь. Только сперва побей Мортимера. Начнем, я готов. Бой! Чемпион! Ты доказал, что достоин сразиться с чемпионом Новиграда Турденом Портным. Он живет в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. Такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. А ты из какой деревни будешь? Из Ирбицы. Это в Тверии. Два дня пути от Лузины. Я сам туда пришел.
Ходит такой, морда кирпичом, людей пугает. Чего ты здесь ищешь, злодей? А когда ты последний раз увидел? Узнаем, сохранит ли портной титул чемпиона. Сохранит. Откуда у этой безумной деньги, что ли? Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте. Велине, он одолел самого сержанта. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка иди ко мне, дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Или с нами останешься? Безопаснее, когда ты поблизости. Дурден больше не чемпион. С этой минуты титул принадлежит Геральту. А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. Почему они не жгут эти костры за стенами? Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Мечи за спиной, и чего только люди не выдумают. Мечи за спиной, и чего только люди не выдумают. Сучьи а дети, ты не дети. Нужны вам тут новые бойцы? Добро пожаловать, ведьмак. Эйнар ждет соперника. Не хочешь с ним сразиться? С виду Эйнар знатный боец. Это внебрачный сын Лугаса Безумного. Весь пошел в отца. Драться будем или болтать? Не будем заставлять Эйнара ждать. Пусть бой будет честным и красивым. Я
свои вопросы. Прекрасно. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это... Берегись, по горам разбойники шастают. Нужны вам? Добро пожаловать. Не будет. Пусть бой. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете... Нужны вам тут? Добро по... Не будем заставлять. Пусть бо... Мечи за спиной. Прекрасный. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот... Нужны вам тут? Добро пожаловать! Не пусть бот... Прекрасный бой! Поздравляю с победой! Тебя ждут другие бои. Но сперва победи Грима из деревни Хольмштайн на Артскеллиге и Вальгарда, который живет под Каэртрольде. Это значит... Медный ты! Тоже вчера... Знаешь меня? Слышу. Волан мой друг со щенячьих лет. А ты ему жизнь спас. Я слышал, вы тут устраиваете бои. Верно слышал. Можешь поучаствовать, если есть желание. Кто мой соперник? Ха-ха, ты любопытный. Грим Дровосек. Всю зиму мутузит людей по разным корчмам. В этом сезоне он пробовал драться за звание чемпиона. Ты жопа треснула.
Ничего у него не вышло. Я готов. Сражайтесь без жалости! Помните о чести! Давай сюда! Ну? Сколько мне еще ждать? Быстрей! С Вальгардом подраться. Матушка, кто годный боец. Как взялся на острова, да? У нас тут неприятности с Мюртьяблем, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на большой земле. Как после захода солнца нападают, так и днем. Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Странно. Есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую Мюртьяблем напали. Есть еще Тувая, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Поговорим сперва о награде. Что-то она больно скромная на мой вкус. Дорого. Ну, может, оно того стоит. Ладно, заплачу, сколько просишь. Я принимаю заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро все будет кончено. Вот тебе мое слово. О! Все тебе. А! Не жалею сколько! Это еще почему? Всегда думал, что в мире, мать, будете делать, когда переведете. Я хочу драться. Скажи, как будешь готов. Расскажи о правилах турнира. У нас дерутся все. Юноши, чтобы показать силу и храбрость. Зрелые воины, чтобы не потерять навык. В Новиграде и в Велине проходят похожие соревнования. Но там обычный мордобой. А у нас каждый бой маленький праздник. Я могу драться хоть сейчас. Пока ты прекрасно справляешься. Надеюсь, в бою с Олафом удача тебя не покинет. Сперва я хочу поговорить с чужеземцем. Тут такое дело. Эрика, видишь ее? Я должен сегодня победить. Она ж смотрит. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам позволишь мне выиграть. Если я поддамся, мы оба пожалеем о нечестной борьбе. Но как же Эрика? Ничего ты не понимаешь. Хватит болтать. Начали! За призраком Морфига! Плечом к плечу! Ты обидел островитянина, чучело?
Победил чужеземец! Эрика, подожди! Пусть идет. Чужеземец доказал, что достоин поединка с Олафом. Твой противник — чемпион Скеллиги. Он ждет тебя на Анскеллиге. Будем держаться вместе, и все будет хорошо. Ты пришел драться с Олафом. Он давно ждет достойного соперника. Обычно турниры проходят в корчмах или на улицах. У вас настоящая арена. Чтобы ее построить, королева Бирнабран отдала свои драгоценности. Так, и где Олаф? Когда будет достойный соперник, тогда и появится. Я хочу помериться силой с Олафом. Кулачный бой — исконная традиция Скеллиги. И здесь, на Анскеллиге, ее особенно уважают. Почему бои у вас в таком почете? На Анскеллиге жил некогда Дунс-медведь. Он убивал чудовищ голыми руками. И это турнир в его честь. Я согласен драться не на жизнь, а на смерть. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии, выходи на арену. Если победишь в этом поединке, то удостоишься чести сразиться с чемпионом чемпионов. Бои на кулаках — наша священная традиция. Пролитая на этой арене кровь — свидетельство силы клана. Тот, кто сегодня победит, станет чемпионом. Но каждый, у кого хватило храбрости сражаться, уже стал героем. Зараза. Убежден в честной борьбе. Есть еще кто-то, с кем я могу помериться силой? На Скеллиге ты уже победил всех, кого только можно. Выходит, ты чемпион Скеллиги. Я наблюдал за тобой. У тебя огромный потенциал. Может, перейдешь из любителей в профессионалы? Ты о чем? Я ищу кого-нибудь, кто свергнет чемпиона чемпионов. Сейчас титул принадлежит бойцу со Скеллиги. И только ты можешь его победить. Спроси себя, достаточно ли ты крепок, чтобы отправиться на Скеллиге и бросить вызов чемпиону чемпионов? Можно попробовать. Великолепно!
На острове Спикерок есть арена. Там нынешний чемпион чемпионов и дерется. Я отправлю туда весточку, что ты собираешься бросить ему вызов. Растяпа! На большой земле, ребят, дождь или нет, службу за... Опять дождь. Может и хорошо, что подождет немного. Не торопись! Правду говорили предсказатели. Что, хочешь биться за титул чемпиона? Да. Боюсь, придется подождать. Арена закрыта из-за несчастного случая. Мы должны все изучить и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось. С призраками бороться. Да ну! Ты что ли лучше? Закрой пасть. Вот он-то может и лучше. Это ж ведьмак. Призрак у нас на арене объявился. Никак его не выгоним. Может, что посоветуешь? Может, и посоветую. Только мне нужно знать больше. Что ты хочешь знать? Что это за арена? Ну... Обычная арена. Когда-то был у нас обычай, что лучшие воины должны драться на арене. Бои на Спикероге славились по всему Скеллиге. Пока однажды не появился призрак. Откуда ты знаешь? Я же говорил, это ведьмак, волшебник. Он такие вещи знает. Вы знаете что-нибудь про этого призрака? Когда он появился? Дед мне рассказывал, что его дед рассказывал, будто звали его Ули Неудачник. Он всегда проигрывал поединки, но всегда оправлялся от ран. Даже помереть не смог, как мужчина. И все до тех пор, пока однажды Ярл Тормар не устроил на арене турнир. Тогда еще противников выбирали по жребию, и Ярл стал против Ули Неудачника. Ярл в победе не сомневался. Издевался над Улле. Высмеивал его так, что народ ревел от смеха. А когда он поднял руку в знак победы, Улле не выдержал и вогнал ему нож в спину. Тормар, умирая, проклял Улле. Чтобы ты во веки веков проигрывал, так и сказал. Вот с той поры Улле является на арене, и все время проигрывает.
Значит, уже были такие, кто пробовал его победить. Ты шутишь? Все его побеждают. А он, бедняга, все время возвращается. И вот из-за этого не получается нормальных боев устроить. Я бы мог попробовать прогнать этого призрака. Но не за даром. Если у тебя получится, мы заплатим, как за победу. И процент тебе отдадим со всех наших заработков. Как арену расколдуешь. Ну, это ты загнул. Есть немного, да и хер с ним. Если ведьмак с призраком справится, то он и процента достоин. Ну ладно, но чтоб только один раз. Звучит разумно. Ждите меня здесь. Ты пришел помериться силами с духом арены? Пожалуйста. Улли неудачника всякий может победить. Только оставь, пожалуйста, все эти «сгинь, призрак», «я одолею тебя, дух арены». Слышал я это уже сотни раз. Ужасно мне все надоело. Ты не похож на обычного призрака. Почему это? Потому что не выкрикиваю угрозы, не пугаю тебя смертью? Ну и что? Мне просто надоело. Кроме того, я прекрасно знаю, что сейчас будет. Ты меня оскорбишь, пронзишь мечом, я исчезну. А через пару дней снова сюда вернусь. И так повторится с каждым, кто придет сюда. Такая уж моя судьба. Я должен торчать здесь до конца света и проигрывать любой бой. Но ведь ты не болтать сюда пришел. За дело. Одолей духа арены. Берись за оружие. Ну, берусь, берусь. Только давай по-быстрому и без лишнего пафоса, будь добр. Ну, у тебя получилось. Браво. Через некоторое время я вернусь. Бывай. Все напрасно. Все побеждали Ули неудачника, а он все равно возвращался. Нужно придумать что-то другое. Ты пришел помериться. Уберу.
Но у тебя... Бери за... Я победил тебя! Похоже на то. Поздравляю. Но как же это? Ведь я должен был здесь проигрывать до скончания времен. Что это? Я словно слышу смех, шум, звон кубков и этот голос. Меня призывают на пир героев. Ты дал мне выиграть. Ты меня освободил. Спасибо! Да пребудут с тобой боги! Прощай, дух арены. Вам больше не помешает. Надо думать, он уже пьет мед с предками. Я знал, что ты справишься. Ну, Гуннар, я выиграл. Возьми. Вы что, поспорили? А то. Я-то был уверен, что ты справишься, а Гуннар говорил, что не в жизнь. Потому он сейчас такой кислый. Я часто вижу такие рожи, когда приходит время платить. Не бойся, мы люди чести. Это тебе. И помни, когда арена начнет приносить доход, тебе процент полагается. Буду помнить. До свидания. Ходи-ка сюда. Привет. Ты мутант, верно? Да ну, не криви рожу. Тебе повезло. У обычного человека шансов против чемпиона чемпионов... Считай, нет. А ты же драться пришел. Может, мне стоит что-то узнать о сопернике? В прошлый раз мне пришлось драться с медведем. Иди с ним. Он отведет тебя куда нужно. Вот чемпион чемпионов! Скальный тролль. Довольно зрелая особь. Это будет бой на кулаках? На кулаках. И мы обеспечим погребение по вере претендента. Никому не мешает то, что нынешний чемпион тролль. А почему это кому-то должно мешать? Это очень порядочный тролль. Он пришел и сказал, что хочет драться. Тогда чемпионом был Зама по прозвищу Песчаный. Прозвище он получил еще до того, как тролль вбил его в землю. У этого тролля хоть имя-то есть? Он не выдаст своего имени до тех пор, пока его не победят. Это странствующий тролль.
Если он в бою помрет, так он свое имя и не откроет. Это верно. Но он, похоже, не думает помирать. А может, все дело в том, что он тролль. И он просто не думает. Я хочу драться с чемпионом чемпионов. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я готов к бою. Геральт из Ривии, время начинать. В честной борьбе ты победил чемпиона чемпионов и добыл право носить этот титул. Сегодня же я разошлю эту весть по четырем сторонам света. Вместе с титулом ты получишь положенную награду. Необычный туман.
Говорят, дрались ведьмак и Эдвин Сильный. Ну, теперь уж не такой сильный. Гьорт ему руки переломал. Куда? Он теперь даже отлить не может. Ты уверен, что это был нильфгардский фарм? Привет. Нет. Привет. Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал. Все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопился. А как же? Пожалуйста. Вести дела на Скеллиге одно удовольствие. Заходи еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, ты прав. Удачи. Железом отвешу из головы на нос. Там тоже садом твоей не вернулся.